Где-то тут, я понял. А не, подожди, ты меня видел, когда я был... Ага! Вот это ты? Ты опять не бьёшься. Так, ага, понятно. И что же мне делать? Эдисон! В смысле? Чё сейчас было? Ничего не могу понять. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем начинать новую рубрику, которая называется «Троллинг прятки». Да, ребята, всем привет, и смысл данной рубрики заключается в том, чтобы в виде блока или какого-либо моба спрятаться от своего оппонента, а именно как спрятаться вы узнаете чуть попозже. Поэтому, ребята, ставьте большущие пальцы вверх, если вам понравится данная рубрика, если вы будете хотеть больше серий, чем больше лайков наберем. Прямо сейчас на вот этом видосе, тем больше серий мы с Жекой будем записывать, да, видос? Да, конечно, и карты мы, кстати, будем тоже строить для друг друга, собственно, сами, поэтому иди, давай строй. Не-н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 е, я себе вот тут строил, это моя, мой участок. Перепутал, ну все, давай, я пошел. До свидос, Жека, до свидос. Пока-пока. Ну что, ребята, добро пожаловать в новый троллинг, где мы будем прятаться друг от друга различными способами. В чем заключается этот троллинг? То, что мы можем превращаться практически в любой блок, мы можем превращаться практически в любого моба. И нам нужно выявить, кто есть кто. То есть, Жека придет на мою карту, а я где-то вот тут спрячусь. Да, Жеке нужно будет найти, где я. Я могу превратиться в курочку с помощью вот этого мода, допустим. Я могу стать летучей мышей и практически всем, кто тут есть. Жека может подумать то, что вот эта курочка — это я. Он подойдет, ее стукнет, и она его убьет с одного удара. Потому что Жека сразу должен определить, где я, а где НПС. Я тоже могу так просто стоять, не шевелиться, и Жека может подумать то, что я НПС, и просто мимо пробежит. Это прикольно, да. Но у нас есть тут специальный мод на вот такую броню. Если я ее одену, если я выпью зелень невидимости, то я буду вот таким, как видите. Это, тут стоит НПС. Я вам даже сейчас покажу то, что он действительно вот тут стоит. Вот, он стоит, только он невидимый. Я могу его сделать видимым. Но, на самом деле, я его делаю невидимым. И, как вы видите, ребята, мы можем видеть только вот такую броню. То есть Жека может подумать то, что это я. И мы специально построили вот такую карту, где много всяких тайных там нычек, где мы будем прятаться и искать друг друга. Я, ребята, очень сильно надеюсь, что вам понравится вот эта рубрика, потому что мне кажется, что она реально интересная и прям прикольная. Мне прям не терпится найти Жеку и чтобы Жека не нашел меня. Ну что, ребята, поэтому ставьте большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите продолжения. Сейчас мы пойдем к Жеке, надеюсь, что Жека нас ждет, и посмотрим. Ну что, Эдисон, приходи, я тебя уже жду. Ой, так, мне интересно, где ты спрятался. Ребята, кто не знает, мы будем играть на F1, чтобы не палить свои ники. Это у нас вот такое правило. Поэтому. А мне тоже на F1 быть или нет? Да нет, ты как бы. Тебе не нужно быть. Так, где у нас спрятался. Ой, они не бьются, да? Я надеюсь, они не бьются. Да, они не бьются, они просто гуляют тут. Вот, так что. Вот такие дела. Так, это точно не ты, это точно не ты. Будь осторожен, если ты ударишь моего NPC, того, собственно, не меня, то он тебя убьет. Ну, я, в принципе, уже рассказал то, что мы должны удалить друг, типа, убить друг друга с первого же раза. А не проверяю. Да, и ты поставь еще спаунпоинт, мало ли, вдруг ты умрешь, то. Ну, понятно, что умру, мне кажется, не раз. Так, спаунпоинт, да? Да, поставил. Ой, где наш Женьдос запрятался? О, собачка. Жека, это ты? А ну скажи гав. Гав, это я. Гав. Не, это точно. Ой, сколько тут куриц. Куда так? Какая не шевелится. Какая же курица я, да. Да. Какая не шевелится. Я могу с F1 выйти, нет? Нет, не надо. Ребята, вот как думаете, какая курица Жека? Я не знаю. Так, а может Жека вообще как бы не НПС, а может он просто где-то тут спрятался, одел броньку на себя и все, да? Да, тут, в принципе, много всего на карте есть. Подожди, Жека, а если ты, допустим, где-то запрятался на дереве, то ты мне построил. Не, на дереве, то это как бы нет. Я сразу скажу, что нет, там нет. Ну, то есть, если кто-то где-то высоко прячется, то должен построить другому проход туда. Да, конечно. Так. То есть, у меня на деревьях ничего нету. На деревьях ничего нету. Да, я понял. Так, где ты, дед? Может, ты возле тут, на зрака, не? Да как же так? Где же? Чё-то как-то... Опа. Не.
Да! Я подумал, это... Если Жека смеется, значит... Да, тоже не ты! Так, будем считать попытки. Так, два. Нет, это тоже не... Да, если он ржет, значит он 100% где-то рядом. Жека, ты где? Так. Ну, за картой нельзя прятаться, ты в курсе? За картой нельзя, да, я не прятался как бы. Ну, что-то есть, да? Так, я выявил то, что Жека где-то находится вот тут, да? Где-то в этой... Ну, вы поняли. Так, кто чирикнул? Да! Я не могу понять, где он, ваша мать! Так, Жек, ты дай мне подсказку, ты меня видишь? Ты меня видишь? Да. Так, мне нужно... Я не могу, налетаться это сделаю. Мне нужно включить зрение свое, суперзрение. Так, где Жека может быть? И вот проблема в том, что я не знаю, Жека НПС или Жека где-то спрятался. Так. Ой, не могу. Я не знаю. Пожалуйста, успокойте меня кто-нибудь. Жека, ты рядом или ты? Я не могу понять, где ты. Так, Жека, скажи мне, холодно или тепло? Ну, вообще, очень даже горячо. Я надеюсь, ты не невидимый? Нет, я видимый. Ну, ты в воде 100% не можешь быть, потому что ты бы так тонул. Да. А, ты не в гемоде один. Не, я в гемоде 0. Ой, пошёл задницу! Помогите, он Жека, он меня преследует! Спаси меня, Жека! Жека, прекращай играть в игры, спаси своего друга, Жека! Не-не-не, так тебе и надо, нефиг бить сквит. Так, это ты. А, ну ладно, убивай. Так, Жека, ты конячка, да? Или ты не... Нет, ты... Жека, сейчас, где мой меч выпал? Мой меч выпал. Так. Ну, было так, горячо, ты горячо. Так, ты 100% корова какая-то, потому что тут до хрена коров. Может быть, а может и нет. Жека, ну прыгни, пожалуйста. Нет. Я не могу. Как я выделал? Ты, конечно, спалил, ты на шифт нажимаешь, ты приседаешь, да, корова. Сейчас бы корова поприседала в Майнкрафте. Говнём. Ну прикольно, я даже не ожидал, что так сложно будет. Так, Жека, подожди, я сейчас куда-то запрячусь и вернусь. Хорошо, я тебя жду. Я могу пока потихонечку, в принципе, пойти, да? Ой. Так, подожди, Жека, куда бы мне спрятаться? Куда бы мне спрятаться? Не, ну прикольно, мне понравилось. Ну чё, мне уже идти? Можно? Так, Жека, ну в принципе, Погоди, я спрятался. Всё, я пошёл. Я спрятался. Посмотрим, что там у тебя, посмотрим. Ну давай, я буду сидеть, стоять, лежать. Подожди, я себе меч не взял, сейчас, подожди. Я забыл этот, секунду, я ничего не увидел, забыл включить этот F1, всё, включил. Так, это всё правильно, да. Так, все, я с мечом же хожу? Да. Так, Я надеюсь, Жека меня не сразу же найдет, потому что я его довольно долго искал. Давай. Так, ну в принципе... Я ничего не видел! Да твою мать! Я вообще ничего не видел! Ой, где Жень? Иди ты заняться! Где же, может быть он тут? Ну, да все... Как ты меня так быстро нашел, а? Тварина, ты конченая! Умри! Ой. Это не я был, Жека! В смысле? Это... А то есть так тоже можно? Ну, видишь, я догадался, значит, да. Ах ты ж говнюк! А Жека такой, ах, где Жень? Так, ну ладно. Ах ты ж говнюк, то есть ты не... А подожди, а ты вообще двигаешься? Не знаю, как это вообще проверить, ну то есть...
Ну блин, так вообще нереально найти, я не знаю, как тебя найти. Потому что это курица, алло. Курица? Нет, я бы не это курица. Ладно, давай же кащищи. Так, я понял, ты... Ой! И что ты сейчас будешь делать, как бы туда вылезти нельзя? Да, ну ладно, тогда я ударю крипера. Крипер, а, все. Блин, а где ты? В смысле, я тебя долго как бы искал. Ну, так чё же, у меня как бы все NPC хотя бы ходили, ну почти все. Так, ага, ну ладно, я зайду в дом, я зайду в дом. Так. Ага. Так, ну ладно, здесь вроде ничего нет. Тут... Может, в картине что-то? Нет, не в картине. Ты ищи, Жека. Я подожду, мне тут удобно сидеть, удобно. А, то есть ты сидишь, понятненько, понятненько. То есть где-то... Может, на крыше? А может, я вообще не сижу, как бы я образно выразился. Кто его знает? Так, а ну-ка, ты шевелись. Нет, это не ты. Нет, не ты. Так, да, это не ты? А ну-ка, Эдисон, покурлыкай. Это какой-то мотоцикл. Капец, ты тут понастроил всего, это жесть. Ты слаймбог, я понял, да? Да. Или нет? Нет. Все же я не слаймблок, да? А может я другой слаймблок, который там еще дальше? А может я курочка? Ты как так-то? А может я вообще в доме, да? Подсказочка. Да в смысле? Ладно, не подскажу. А, то есть все-таки ты в доме, да? Не, я пошутил. Да, конечно. Откуда так. Я знаю, где я? Я где-то на карте и все. Где ты на карте? Да блин, я тебя не найду никогда в жизни! Я ж тебя искал. Так, ну ладно, подожди. Хорошо, будем тестировать. Начнем по порядочку. Так, это не ты. Не, ну это точно не ты. Ладно, ну да. Твою там мать. Так, ладно. Это курица, это не ты. Крипер. Может быть, крипер? Может быть. А ну пошевелись. А ну пошевелись, крипер. Может, ты вот этот вот говнюк? Может быть, не знаю. Да блин! Может, ты корова? Она не бьется. Она не бьется. Ну, значит, это не я, раз не бьется. Ладно. У меня вообще есть меч в руке? А, ну меча в руке. У тебя, да, меча нет. А, то есть ты все-таки меня видишь, да? Нет, не вижу, нет. А что не бьется, ничего? Не могу ударить. Ну, значит, это не я, раз не бьется. Ты уверен? Но можете, нет, я тебе буду подсказывать, то, что это я или не я. А что это тут за член? Этот по настрою не понял, может это ты? Да я-то тут, я понял. А нет, подожди, ты меня видел, когда я был... Ага! Вот это ты? Ты опять не бьешься. Так, ага, понятно. И что же мне делать? Эдисон! В смысле? Чё сейчас было? Я ничего не могу понять. Ну ладно, в смысле не бьюсь, я чё-то не понял, а? Где не... как не бьюсь? Чего? Ай-яй-яй-яй-яй! Ты был просто пивотик руком, говнюк! Я думаю, чё ты не бьёшься так, ты спал? Ой, прикольно. Вот видите, Эдисон читер, он с гибодом погнал. Я просто забыл выйти. И слушай, я думаю, в принципе, этого... Я думаю, мы не будем совершать наши планы, прятаться, меняться картами. Да, потому что мы даже не думали, что так сложно будет найти, поэтому, ребята, мы будем на этом заканчивать с Жекой. Да. Честно, мне понравилось, не знаю, как тебе, мне понравилась вот такая рубрика. Да, это просто офигенно, я думаю, у тебя вообще будет легко найти, оказывается, даже вот такую броню очень сложно. Да, поэтому, ребята, ставьте большущий палец вверх на вот эту серию, вот прямо сейчас, давайте наберем много лайков, чтобы мы с Жекой записали новую серию троллинг-пряток как можно скорее. Да, и ребята, пишите в комментариях, предлагайте ваши идеи для этой рубрики. В принципе, ее можно развивать, как только вы захотите. Так что мы ждем ваши идеи в комментариях. Да, ребята, большущего вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова.